отыграть нашему замечательному телеведущему и главе, вот как нам сообщает администрация нашего замечательного телевидения административного, Антону Ахтямову. Антон, привет! Ты делаешь правильное дело, ты молодец. Я за тебя болею, держусь душой, вот держусь за тебя, вот не мизинцы какие-то, держусь за тебя руки, уверен, что у тебя все получится. Потому что дело ты делаешь правильно, нужно идти с теми, кто сильнее. И вы на своих ресурсах абсолютно правильно отображаете информацию. Я хотел сказать, что сегодня этот репортаж, он должен включить себя обязательно. Смотрите, вот то, что сделали наши. Очень молодцы. Обязательно Дмитрий Демешев на это внимание обратить. Доступная среда, она доступнее, чем всегда. Здесь есть целая доска, она очень прочная. Она 3,5-миллиметровая, я говорю примерно, бештангель-циркуля. Она содержит режим работы заведения муниципального бюджетного учреждения. Здесь находится межпоселенческий районный кинотеатр Николаевского муниципального района. Почему заявляют некоторые редакции, что это киноконцерн, кинокомпания, я не знаю. Но, видимо, насмотрелись голливудских фильмов и очень хотят выглядеть хорошо и красиво. Но я обращаю внимание, что вот эти вот вещи для людей, для того, чтобы они могли слепо всегда в любом состоянии посмотреть. И вот эти люди с пропусками, они должны это все увидеть. Здравствуйте. Обязательно. Антон, тебе счастья, здоровья, всей твоей семье, во всех твоих начинаниях. Пока, все.